Итак, привет, с наступающим. Что же, собственно, получилось с четверкой? Новый вариант решения. Так, начало как в тройке. Немного поправляются уголки. Выбирается пара. Вот эта пара сейчас. Немного исправляется. Далее вставляется ребро. Точнее, пара ребер. Здесь уже разница. Далее собираются центра. Здесь и здесь. Вот здесь наша пара, а здесь центра. Примерно таким образом. Ай-яй-яй. Раз и два. Дальше собираются две пары ребер. Вот сюда пока что. Вот одна пара. Вторая пара. Либо красная, либо оранжевая. Если этот цвет красный или оранжевый. Эти пары уводятся сюда. Получается такой блок 3 на 4. Дальше поправляются центра, создаются такие полосочки по вот этим направлениям. При этом вот эта пара не трогается также. Угу. Вот созданы полосочки, пока они стоят вот так вот. Дальше опять решаются ребра. Собираются пары. Так, я их довольно плохо вижу. Происходит вращение вот этой середины. Используется. Пары собраны. Красные, оранжевые. Дальше немножко выравниваем вот эти центра. Так. Ну, конечно. Вот таким образом. Здесь белые, желтые. Здесь зеленые, синие. И так далее. Смотрим, что у нас с ребрами. Подравниваем тоже. Получается два таких слоя по два цвета. Потом смотрим, есть ли паритет. Здесь нет в данном случае. Если он есть, то его можно решить либо сокращенно. Там 12 поворотов ситуация. Такая, например, допустим. Вот эта ситуация, это паритет. Тут два ребра целых, а два других ребра, они между собой запутаны. Такой вариант решения паритета. Вот они опять собрались. Ну и остается поправить некоторые центра. Можно делать это сразу. Дальше опять как в 3 на 3 идет решение. Так, 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 аккуратно. То есть ориентируются уголки. Правильно ставятся ребра. Образуются такие стороны. Далее выравниваются углы. Вот они получились.
Ну и в конце все остальное уже совпадает с 3 на 3. Вот такой вариант решения, который похож на тот, что использовался в 3 на 3. Разница только в том, что дополнительно собираются вот эти ребра и центра. При этом используются вращения либо такие, ну и такие, естественно. Для 4 на 4 такой метод можно использовать. Для кубиков побольше, наверное, это уже будет не очень удобно, так как все время держатся вот эти два уголка. И это, наверное, будет уже больше мешать, чем помогать. Потому что вот эта как бы ситуация с углами можно будет решить и потом. Сначала, допустим, собрать все вот эти, соединить, потом уже все остальное. Но этот метод давал у меня рекордное время, 2 минуты. Так как я особо не треню, у меня здесь время как бы не очень хорошее. Я довольно плохо вижу элементы, долго думаю. Но для меня это, тем не менее, был рекорд за счет вот этого варианта решения. До этого у меня было время там 3 минуты, 4 минуты. Я из 3 минут практически никак не вылазил. А тут один раз даже было минута 57. Ну и описание этого будет также на форуме. Пока. Еще раз с наступающим.